Сургутский суд направил уголовное дело против директора жилищного накопительного кооператива «Единство» Натальи Борисенко. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Установлено, что несколькими годами ранее женщина заключила с двумя банками кредитные договоры для приобретения 44 квартир на общую сумму более 100 миллионов рублей с целью последующей реализации членом кооператива. Жилье было в залоге, а займы брались с нарушением законодательства. В результате была нарушена финансовая устойчивость ЖНК. Установлены и другие факты неправомерных действий. Борисенко по решению суда отстранена от занимаемой должности. В ходе следствия потерпевшим заявлены гражданские иски. В целях их обеспечения наложен арест на имущество кооператива, а также жилье и автомобиль, принадлежащие обвиняемой, общей стоимостью свыше 73 миллионов рублей. Вопрос стоит в том, как законным методом либо вернуть денежные средства гражданам, либо дать им возможность внести полную стоимость своего пая и получить в собственность то жилье, на которое они претендовали. Пока, конечно, вы можете себе представить, что то, что прокуратура передала в суд, то есть уголовное дело, насчитывает в себе более 200 томов.